Одежда ведущему предоставлена компанией BML. Итак, меня зовут Лобков, это программа, соответственно, Лобков. Я помню, как все начиналось. Году в 1979 на дедовской книжной полке я обнаружил книгу Николая Николаевича Яковлева «ЦРУ против СССР». Об этом на политинформациях в школе не рассказывали. Я забирал ее в туалет и тайно поглощал запретные плоды, вызревшие в недрах ЦК и КГБ. У книжки был огромный успех, ведь стерилизованная брежневская пропаганда, она была очень позитивная. Вся прополя страны, трудовые успехи. А тут мне, десятилетнему школьнику, открывались романтические войны спецслужб на карте мира. И все это не какой-то 18 век, и даже не Вторая мировая, а наши современники, о которых шепотом, с восторгом говорили на той же дедовской кухне, о Сахарове, о Солженицыне. А главное, откидывая идеологическую шелуху, там можно было прочитать кусочки из правоисточников. Воспоминания Джорджа Кеннона или директивы Трумана. Это так захватывало, пока дед у меня не отобрал этот серый том и не объяснил, кто и зачем заказал этот опус магнум. Правда, потом об этом же рассказал и сам его автор. Андропов, посверкивая очками, в ослепительно-белоснежной рубашке, щегольских подтяжках, многое со смаком говорил об идеологии. Причем делать это должны конкретные люди, а не путем публикации анонимных редакционных статей. Им не верят. Нужны книги. И книги достойного содержания, написанные достойными людьми. Я помню, как все продолжалось. В начале перестройки на Невском проспекте стояли сиротливые бабушки под зонтиками или в полиэтиленовых дождевиках. Их одинокие сгорбленные фигуры противостояли мощному потоку гласности перестройки, подлинных мемуаров сидельцев и рассекреченных бумаг Политбюро. Одни против огоньков и московских новостей с оружием, которое помещалось в пластиковый пакет. Газетами «Завтра» и брошюрами про сионистов, Ротшильдов, мистическое пятно Горбачева, коловратами на серых газетных обложках. Я помню, как все продолжалось в Госдуме, когда к корреспондентам подходили люди с видом военно-морских отставников и показывали от руки написанные разноцветными чернилами тома, примерно про то же самое. И теперь я вижу кульминацию. Крупнейшие книжные магазины Москвы, первые стеллажи. Давайте посмотрим на заголовки и на рейтинги. Книжный магазин «Москва» – рейтинги одного из самых плодовитых авторов Николая Старикова. Из 10 пособий для патриотов 8 поместилось в топ-20. Значит, это нужно, это востребовано обществом. Ведь это частное издательство, свободный рынок. И нет всесильного председателя Андропова, который доставлял книжку Николая Николаевича Яковлева в каждый дом.